Книга «Открытым оком», 8 том. Тема «Монашество». Вопрос 2024. Для чего был установлен срок испытания для приема в монастырь? И почему потом не стали придерживаться этих сроков, а стали принимать сразу? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Монашество в самом сильном виде показало, что оно не евангельское учреждение. Оно часто попирало евангельские заповеди и установления. Придуманы массовые обеты безбрачия на всю жизнь, абсолютное, невиданное послушание воли одного человека, без сравнения с Библией, так ли Слово Божие учит. Сроки были разные, придуманы после, чтобы хотя как-то оградить себя от искателей счастья и чинов в монашестве. Установленные 3 года уже не помогали, потому что вымирали скорее, чем приток был. Послание к Филиппийцам, 1 глава, 27 стих. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Двукратный собор, 5 правило, кавычки открываются, «обретаем, что отречение от мира, без рассуждения и испытания, много вредят монашескому благочинию, ибо некоторые опрометчиво повергают себя в монашеское житие, и, пренебрегши строгость и труды подвижничества, снова бедственно обращаются к плотоугодной и сластолюбивой жизни. Того ради Святый Собор определил никого не сподоблять монашеского образа, прежде нежели 3-летнее время, предоставленные им для испытания, явит их способными и достойными такого жития. И сие повелел собор всемерно хранить. Разве когда приключившаяся некая тяжкая болезнь понудит сократить время испытания? Или разве кто будет муж благоговейный и в мирском одеянии провождающий жизнь монашескую? Ибо для такового мужа к совершенному испытанию давлеет и 6-месячный срок». Если же кто поступит вопреки сему, то игумену, по лишении игуменства, состояние подчиненности да послужит наказанием за отступление от порядка. Поступивший же в монашество да предастся в другой монастырь, в котором строго соблюдается устав монашеский. Кавычки закрыты. Сегодня и курящие, и пьющие, и наркоманы сдаются родителями, так как это для них последняя надежда, что дитя их все же сохранится. Но он тут догорает от тех же грехов.